Всем привет! Наконец-то я получил долгожданный кит-набор VPL C34KM, то есть это кит-набор с металлической ходовой. В принципе, можно купить и обычный кит-набор, он будет стоить дешевле. Ссылочки я оставлю, также оставлю ссылку на готовую машину, то есть если эту машину надо собирать, вот можете видеть, что она полностью разобрана. В принципе, существует РТР-комплект, который можно сразу запускать. Допустим, если вы хотите купить ребенку, вам не нужны вот эти мороки со сборкой, то можете купить готовый вариант, но он по проходимости, конечно, будет очень сильно уступать кит-набору. Значит, в кит-наборе у нас полностью разобранная машина. Запчасти, как видите, упакованы в такие пакетики с дракончиками. Все очень красиво, симпатично. Комплект резины на дисках, как мне кажется, ребят, резина-то побольше, чем на предыдущих моделях от VPL. Но когда я соберу или когда буду собирать, мы сделаем сравнение. Значит, здесь у нас кузов тоже в разобранном виде. Сервомашинку вижу, свет, еще какие-то запчасти, стекла, еще детали кузова. Кстати, я заказал в желтом цвете. Можно заказать в синем, то есть это на ваш выбор. Значит, здесь у нас тоже, я так понимаю, подкапотное пространство, мотор, еще какие-то запчасти. Рама металлическая, черного цвета, окрашена. Это очень важно, потому что тот же C24 Toyota, там что кит-набор, что РТР, шла белая рама. Ее, конечно, надо красить для того, чтобы это просто не бросалось в глаза. И на самом деле это не очень красиво. Черный цвет – это круто. Так, здесь у нас коромысло для крепления тяг. Винтики шаровые. То есть очень много запчастей. И тяжеленькая, то есть запчасти у нас металлические. Еще металл. Здесь я вижу мотор с понижающим редуктором, то есть это, видимо, коробка. Запчасти от коробки, карданчики металлические, то есть это вот именно металлический кит. Утяжелители для колес, для того, чтобы центр тяжести у машины был низкий, она не переворачивалась при съездах, заездах. Все это будем ставить, тестировать. Еще одна часть кузова. Еще одно коромыслице. Отвертка. Положили отвертку. Попробую собирать этой отверткой, которая идет в комплекте. Ну, если не понравится, всегда есть возможность заменить. Ну и, конечно же, инструкция. Ребята, инструкция здесь потребуется, потому что по опыту сборки предыдущих кит-наборов приходилось заглядывать в инструкцию. Здесь пошагово с картинками все изображено, как и что собирать. И положили наклеечки. Процесс сборки у меня разделился на три основных этапа. Причем, что самое интересное, в инструкции два этапа есть, а третий этап, он просто не указан. Разбирайтесь, как хотите. Но я по порядку обо всем расскажу. На первом этапе мы собираем кузов, вот такую вот красоту. Кузов действительно красивый, это Toyota Fiji 40. Выглядит очень красиво. Открываются двери. Есть передняя оптика, причем положили в комплект светодиоды. По идее, они должны быть желтого цвета, я еще не испытывал. С возможностью подключения питания к приемнику, то есть уже все припаяно, просто нужно вставить. Устанавливается запасочка. Вы сами все можете видеть. Просто замечательно. Причем можно в таком виде кузов собрать, а можно сделать открытый вариант. Для этого вот эту верхнюю часть можно снять. Выкручиваем винты. Кстати, вот отвертка как раз мне пригодилась именно вот для этих целей. Требуется отвертка с длинным жалом. И вот если выкрутить крепежные винты, то мы сможем получить открытый вариант кузова. Снимаем верхнюю часть, и у нас вот получается такой джип открытого типа. Переднее стекло откидывается. Дверь, я не знаю, можно оставить, можно снять. Но это очень круто. Ребят,
собирается действительно просто, в том плане, что все детали подогнаны, и, в общем-то, собрать можно и не заглядывая в инструкцию. Все интуитивно понятно, проблем никаких не было. Значит, это вот первый этап, он, в общем-то, приятный, несложный. Второй этап – это сборка непосредственно самого шасси. Тут, конечно, пришлось заглядывать в инструкцию. Шаська чувствуется потяжелело, потому что тут очень много металлических деталей. Во-первых, это металлические мосты, корпуса самих мостов. Шестерни в мостах тоже металлические. Все это на подшипниках. Я внутрянку мостов вам вставлю фотографию, сможете посмотреть. Крышки мостов, вот эти красненькие, металлические, передние крышки тоже металлические, то есть тут очень много металла, вплоть до того, что даже вот этот декоративный тормозной диск, он тоже металлический. Поворотные кулаки тоже из металла, карданы металлические, причем, если я на своих предыдущих моделях, вот когда делал апгрейд, ставил металлические карданы с крестовинами, то здесь шарнирного типа. Их вроде бы хвалят, говорят, что они лучше, надежнее. Ну, будем испытывать, потому что я такие карданы еще не пробовал. Мотор здесь коллекторный, 370-й. Я думаю, что тяги у него будет хватать. Установлен понижающий редуктор с металлическими шестеренками. И раздатка, корпус пластиковый, но с металлическими большими шестернями, латунными. С такими мощными зубьями. Я фотографии тоже вставлю, сможете посмотреть. Также понравилось то, что здесь металлические линки с возможностью регулировки длины. И можете видеть, что здесь у нас установлена тяга Панара. То есть это как бы, ну, не совсем обычно для ВПЛ, но как бы, на мой взгляд, придает такой некой солидности этой модели. И хотел бы дать совет вот при сборке. В комплекте идет фиксатор резьбы красного цвета, считается сильной фиксацией, не торопитесь его использовать. Сначала все примерьте, убедитесь, что у вас все сходится, все собрано правильно, после этого сажать на Loctite. И также ко второму этапу относится сборка колес. Значит, грузики вот таким образом устанавливаются. Вот эти скрепочки, которые были в комплекте, просто прижимаются плоскогубцами. Вот с одной стороны, с другой держатся достаточно надежно, то есть соскакивать это не должно. И теперь одеваем резину на диск. По большому счету резину, конечно, лучше приклеить. Также обещал сделать сравнение с колесами вот от предыдущих ВПЛ-ских моделей. Вот вы можете видеть. Значит, диски по размеру здесь одинаковые, но форма диска новая. То есть действительно похоже на то, что было на оригинальной Toyota. Также можно отнести к плюсу то, что здесь диск сразу черного цвета. Здесь диск изначально был белого цвета, то есть мне пришлось его красить. Ну и резина. По размеру вы сами все можете видеть, что новая резина больше. По мягкости, ну, я бы не сказал, что она, вот эта резина, намного мягче. Это тоже резина мягкая, и протектор здесь очень копийный. Следующий, третий этап, про который ничего не говорится в инструкции, это подключение электроники, для того, чтобы наша машина могла двигаться. Из электроники в комплекте идет только мотор и сервомашинка. Сервомашинка устанавливается вот в свое штатное место. Также нам положили проводок для подключения мотора. И вот дальше идут уже допы, которые нужно будет дополнительно купить. Ну, во-первых, это регулятор оборотов для мотора. Я буду использовать вот такой вот 30-амперный регулятор, красненький народный он называется. Ссылочку на все компоненты дополнительно я оставлю тоже в описании, сможете посмотреть. Также нам потребуется аппаратура радиоуправления. Я использую радиолинк шестиканальную. Вы можете использовать любую бюджетную аппаратуру. Нужно два канала. То есть для канал газ и канал рулевого управления. Также потребуется липоаккумулятор и зарядное устройство к нему. После того, как я припаял проводок, который был в комплекте, установил сервомашинку. Кстати, сначала стал ругаться на ВПЛ, что не дали никакого крепежа для серво, но, как видите, тут прекрасно крепится с помощью саморезов с большими шляпками. Они вкручиваются вот в эти отверстия, и сервомашинка, в общем-то, очень крепко держится. Регулятор расположил сверху, у него включение-выключение тоже устанавливается в штатное место, и теперь нам остается только подключить. Значит, подключаем вот этот проводок от мотора к регулятору. В общем, тут подключить неправильно невозможно, потому что вот второй разъем красный, он просто сюда не подключается. Подключаем тот, который получится.
И у нас остается, вернее, выходит три провода. Вот эти провода надо пропустить вот в это отверстие, которое есть под капотом, уже предусмотрено заранее. Кстати, сюда же будет выходить и свет. И нам надо аккуратно все это просунуть под капот. Просунули провода. И теперь, в принципе, можно закрепить кузов в краме. Тут есть вот такие защелочки, 4 штуки. И аккуратненько вставляем. И, по идее, у нас без дополнительного крепления саморезами все должно держаться. Но, конечно же, для полной уверенности, вот здесь вот есть крепежное отверстие, сюда можно вкрутить саморез. Тут, в общем, тоже ничего сложного нет. Главное не забывать, что за что отвечает. Значит, в первый канал мы будем подключать сервопривод. Вот таким образом. Во второй канал у нас пойдет регулятор оборотов. Не путайте полярность, то есть на каждом приемнике полярность указана. Свет мы подключим в третий канал. Свет у нас будет гореть перманентно. Подключаем аккумулятор. Он у меня тоже будет под капотом. Это аккумулятор двухбаночный, емкостью 1200 мАч. Смотрите, вся электроника влезла без какого-либо напилинга, то есть ничего не пришлось подтачивать, вырезать. Все прямо вот влезло идеально. Буквально пару слов по поводу масштаба. Значит, нам производитель говорит, что Land Cruiser Fiji 40 в 16 масштабе, но вот рядышком я поставил тоже VPL-овской C24, это Toyota Hilux, и вы можете видеть. То есть Land Cruiser у нас получается все-таки, наверное, не 16 масштаб, ближе к 14 масштабу. И я думаю, вот это сравнение тоже будет интересно. Вот это кит-набор от Tamiya, тот же самый Land Cruiser Fiji 40, но в 10 масштабе. Стоит он, конечно, подороже. Но тут, смотрите, тут лексановый кузов. Я ни на что не намекаю, как бы, но вот это факт. Вот такое соотношение размеров, 10 против 16. И желтая Toyota не кажется такой маленькой по сравнению с 10 масштабом, как вы считаете. Я думаю, на этом надо переходить к тестам. Идем тестировать, смотрим, как машина будет ехать на улице. Ну, ребят, из-за такого веса утяжелители в колеса перевернуть такую машину
будет очень сложно. Даже если допускать какие-то ошибки при вождении. В общем, спуск без проблем. Смотрим подъем. Выбираю самую крутую траекторию. Просто шикарно. Вообще никаких затруднений. Давайте еще один подъем, уже такой более триальный, с объездом препятствий. Хочу вам показать выворот, который здесь действительно очень большой и позволяет придерживаться нужной траектории. Так, первый раз забуксовали, объезжаем. Ну. И вот смотрите, выворот действительно позволяет поворачивать на ограниченном пространстве, ну, с легкостью, вообще никаких затруднений, хоть по прямой, хоть по кривой, как хотите. Первичное испытание машина, на мой взгляд, прошла на отлично. Ну и вообще мне машина понравилась. Классный внешний вид, металлическая ходовая. Единственное, на что хочу обратить внимание, был небольшой нагрев двигателя после нескольких подъемов на гору, но он не критичный, то есть все в пределах нормы. Обязательно будет тест сравнения с VPLC24, который у меня тоже с металлической ходовой, но там апгрейд я как бы запчасти покупал отдельно. Я думаю, всем интересно будет посмотреть это сравнение, поэтому, чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Я с вами прощаюсь. Всем пока, до новых встреч.